Рюкзак тактический 20 литров с Алиэкспресс, ссылка в описании. Брал я себе специально, чтобы путешествовать лоукостами Ryanair и Wizz Air, данный рюкзачок. Потому что он небольшой, он компактный, половину вещей могу надеть на себя, половину встать в нем. Давайте же сразу посмотрим, из чего он состоит. Все в нем такое неуверенное, хлипко. Но чтобы положить как багажный отсек, там сумочку, подойдет вполне. Давайте же пробовать отстегивать это все и смотреть, насколько он большой и глубокий. Что самое интересное, что интересует каждого. Очень много в нем стропмолли, но также есть разные отделения. Что сразу нравится, это много всякой фурнитуры. Можно застегнуть и в поясе, и на бедрах, в талии. Также в нем очень много карманов. Он очень функциональный, которые карманчики еще плюс открываются. Запах проветривается в течение одного дня, думаю. Так. Также очень много стропмолли взяли. Все регулируется, все снимается с него. Что мне нравится, я могу поставить в него свои лямки. Допустим, свое все оборудование. Но я не хочу особо. Вот такой второй у нас карманчик. Из основных тут два, которые крайние. Сюда можно зарядку, сюда лишнюю гигиену положить. Далее у нас сюда, я думаю, положу шлепки или кроссовки. А вот сюда, в самый последний отсек, можно и ноутбук положить. 15 дюймов диагональ вмещается. Самое главное для меня критерием был размер. 40 сантиметров длина, 20 и 20 глубина и ширина. Все оно совпадает. Даже если меньше вещей, еще меньше будет. Так он глубокий. Все просят, никто не показывает, как его наполнить, как он будет выглядеть. Так-то он тонкий, но положить туда вещи, посмотреть, как он будет вживую смотреться. Сразу видно, змейки расходятся. На что хотите за 10 баксов, это очень хороший девайс. Также вот карман есть такой, как говорят все, для денег. Но кто сюда что-то будет ложить? Хотя он очень глубокий. Я думал поначалу вообще, что он даже может снять его со временем, и рюкзак еще облегчится. Но сюда реально можно положить очень многое, застегивается все очень отлично, уверенно. Вот так. Лямок очень много, регулировать можно, а можно их вообще снять и сделать, допустим, как две стропы такие, или как два ремешка без вот этой такого защитного держателя. Давайте сейчас его наполним и посмотрим уже с вещами и как он смотрится на мне, конечно же. У меня есть вот такой спальный вкладыш, на который тоже будет ссылка в описании. Я его хочу положить вот это отделение и посмотреть, поместится ли он или вообще нет. Конечно, длинноватый он для него, но давайте уже будем такими оптимистами. Кладем его вот сюда. Первый наш главный отсек, а во второй положу, допустим, спортивный костюм на лето. Отличный вариант, потому что у меня идеология такая, все нужные вещи поместятся в 20 литров спокойно. Вот штаны Adidas кладем вот так. Также, если тут приспособиться, как класть получше, расширять это все, то думаю, можно и очень хорошо уместить все. Штаны. Другие в 40 литров не могут вместить, но я попробую в этот формат вместить 20 литров. Вполне себе очень даже хорошо все идет. Так. Да, смотрите, закрывается все. Отличненько. Помещается. Если на лето, так я вообще шорты там возьму, какие-то футболочки, и вообще все отлично будет. И небольшой, и удобно в нем сидеть. Я не знаю, с собой везде брать, потому что легкий, компактный. Все.
Вот так выглядит. И плюс еще место есть нормально. Но данные... Нет, мы их используем, да, я знаю, что все положить. Сейчас. Здесь таблетки, личная гигиена, здесь зарядки. Давайте же положим их. Помещается. Ужать и будет вообще очень даже хорошо. Так. Конечно же, все черное, потому что черное всегда лучше выглядит. И зарядки, ну, конечно, зарядки, да. Сложно сюда вместить. Но пытка не пытка. И конечно, сюда нужно что-то поменьше придумать. Хотя можно пауэрбанк или половину можно выложить даже. Давайте положим вот два кабеля iOS. И давайте попробуем три блочка. Пауэрбанк сразу необходимое. Все. Кладем. Так, вот так. Зарядка одна. Два кабеля. И еще один кабель I для пауэрбанка. Два для iOS. Застегаем и все. Суперски. Даже еще поместится. Но для меня это и так вполне хватает. Закрываем. Подтянуть можно. Такой рюкзачок. И уже увесистый он становится. Померяем, посмотрим на него. На 20 литров отличнейший рюкзак, потому что поместится только нужное все. Хочу показать вам, как работают змейки все. Вы можете слышать также. Думаю, что не поломается и даже открываю быстро все и два комплекта. И вот так рюкзак у нас работает. Также еще покажу на себе, как он выглядит, только с другого ракурса. Смотрите, расходится уже. Да, конечно, змейка в нем. Да. Которая расходится без конца. Все. Ich bin Андрей. Вот наш рюкзак уже такой весистый стал. Ткань Oxford D600 в нем получается. Давайте же попробуем. Но очень удобный за счет того, что он небольшой. Да, вообще класс такой. Для спины вообще суппорт есть очень хороший также в нем. Конечно, так он хлипкий, но чтобы что-то перенести или в путешествие, пойдет вообще на отлично. Давайте пробуем же. Так. Так он выглядит. Так, давайте вот так чуть дальше. Неплохо. Конечно, звенит, нужно усилить и модернизировать всю фурнитуру, а так, в принципе, даже и неплохо. Смотрится. Ого, тут такая крепкая деталь вот эта. Очень крепкая.
Угу. Не думал, что такое крепко может быть в данном рюкзачке. Модернизировать, конечно, много надо, потому что звенит. Так он выглядит. Можно, в принципе, вообще отцепить все ненужные детали и будет гораздо меньше. Потому что вот эти все висящие элементы, все-таки они, да, есть в них что-то такое, что мешает. Я всегда люблю, чтобы не мешало. Также можно отрегулировать. И он еще сожмется. Да. 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 Вот так. И в путешествии отличнейший вариант на 20 литров. И все в него еще поместится. Груженый весит 940 грамм. Одевается очень легко. Также застегивается тоже. Так, чтобы не перекрутить. И крепкие к тому же. Чтобы было лучше видно, вот так. Также можно очень много чего снять, и будет он уже комфортнее. Он гораздо выглядеть. А, тут даже пришито. Но ничего. Покупайте, ссылка в описании на данный рюкзак. 20 литров, очень комфортный. И есть в нем самое главное. Такой карман, в который можно класть вещи, которые вы боитесь, что у вас кто-то может взять или отсюда взять и вытащить карманников. Адрес купил.